На базе межпоселенческого культурно-досугового центра состоялся просмотр и обсуждение научно-популярного фильма «Иван Поддубный. Мифы и факты». В апреле этого года рабочий вариант ленты краснодарской кинокомпании «Курьер» стал победителем международного фестиваля «Белые ночи. Фильм-фестиваль» в номинации «Лучший документальный портрет». Отметим, что снимался материал в нашем городе, а съемочная группа «Вечернего Ейска» стала свидетелем обсуждения, представленной на суд экспертов работы. Нынешнее поколение знает Поддубного как чемпиона чемпионов, короля борцов Ивана Железного. А ведь он оставил яркий след еще и в живописи. Об этом хорошо знают в нашем городе Ейске, где в 1971 году в парке был открыт мемориальный музей Поддубного. И где же, как не в Ейске, снимать документальный фильм о богатыре земле русской? В ленте, представленной на суд экспертов, автор, генеральный директор краснодарской компании «Курьер», ступил на зыбкую почву исторической реальности. Иван Поддубный «Мифы и факты», так он назвал свою работу. Кратко скажу о фильме. Фильм делался не для того, чтобы повторить общеизвестные факты о биографии Поддубного, а именно акцентировать на то, что не было ранее освещено в других фильмах. В этом и суть научно-популярного фильма. Ну, опять-таки, как любой научно-популярный фильм, он должен основываться исключительно на документах, фактах и свидетельствах очевидцев. Помогали в архивной работе многие, благо в Ейске накоплено значительное количество материалов о жизни Ивана Максимовича. История этого портрета похожа на всю биографию Ивана Поддубного. На виду у всех легендарная мощь и стать, а реальная жизнь чемпиона чемпионов, покрытая пеленой слухов и мифов. Это, пожалуй, самое непривычное изображение Ивана Максимовича в облике запорожского казака. Многие даже не догадываются, кто позировал художнику Стронникову для портрета «Запорожец». Свет на этот вопрос пролил наш земляк Евгений Александрович Котенко. Пролить свет на события тех лет попытался и творческий коллектив создателей документальной ленты, снятой в преддверии 75-й годовщины со дня смерти главного героя. Проект, реализуемый при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, уже победил на международном фестивале в Санкт-Петербурге весной. Но точка в нем не поставлена, так считают авторы. Цель круглого стола в Ейске – обсуждение с историками и специалистами, после которого последует доработка рабочего варианта. В его сюжетной линии есть и малоизвестные широкому зрению факты. В 1924 году во втором госцирке потребовалось бате лечь. Его уговаривали долго, он сопротивлялся, потому что у него был принцип, если падать с коня, то с хорошего. И поэтому он выбрал Чуфистова Ивана Ивановича, который был сильнейшим на этом чемпионате. Анализ мифов и фактов занял 26 минут. Люди видели в нем настоящего русского богатыря и спасителя. Отсюда и склонность приписывать чудеса яркой личности. Яркая личность Поддубного привлекает и сегодня. Интерес к ней проявляют люди разных поколений. Фильм ориентирован в первую очередь на аудиторию 6+, то есть на подрастающее поколение, для того, чтобы знали и помнили. О Поддубном без прикрас знает первокурсник Ейского полипрофильного колледжа Дмитрий Пономарев. Он и его сокурсники с интересом смотрели фильм и активно включились в обсуждение после просмотра. Как и другие участники круглого стола. Отметим, что после доработки ленты и получения прокатного удостоверения его покажут в Ейске. Ориентировочно премьерный показ состоится в августе. Любовь Клименко, Константин Русаков, «Вечерний Ейск».